Итак, всем привет, вы на канале A Handful of Boys, и сегодня у нас бомжа iPod на 2000 очков, я играю с Владом. Влад, привет. И у Влада, соответственно, кучка некроунов, да? Да. Могучая кучка. Могучая кучка. Ладно, я сначала расскажу про СВ, потому что я знаю, что у меня, соответственно, батальон, все влезло. Значит, Вайлоид, капитан со щитом и мечом. Стоит у него обсек core юнитом в 6 от себя, а Элик Доминус Аигис, 5 инвуль core юнитом от себя, ну, соответственно, дредноутом. Второй хакушник Техмар, у него трейд докуплен за КП, это, соответственно, плюс одна сила и атака дредноутом в 6. Далее, следующий хакушник, последний, это Капеллан на байке прокачан до Мастера в Санктити, у него взят за КП еще один трейд и Аэлик, соответственно, трейд Вайзурейтер, чтобы читал летание на 2+, и Аэлик Бикон Анджелис, чтобы телепортировать отряд, соответственно, к себе на поле. По остальному ростеру у меня, соответственно, три пачки со щитами и болтерами, по 5. И далее начинается какая-то идиотия. Соответственно, 7 пацанов с щитами и хэви тандерхаммерами. Извиняюсь, просто тандерхаммерами. Там 2 терминатора со щитами. Следующий отряд 4 инферно с хэви болтера. Терминатор с циклонкой и сержант с комби-флеймером мечом, который отыгрывает капитан Артемис. Вот еще один забавный отряд. Тут, соответственно, 5 парней с дробашами. Я чуть нарушаю визивик. Вот, у них у всех дробовики. И, соответственно, вторая половинка отряда — это 2 джампакера и 3 байкера. У байкеров пилы мечи, у джампакеров щиты, когти. И последняя, соответственно, завершающая штучка — 2 отряда компани ветеранов по 2 и сервиторы. Вот, собственно. Вроде как все. КП сколько? 8 стоит? 7, 9? А у нас какой лимит? 12. 12 я потратил 1 на трейд. 2 на трейты, 1 на элик, 12 минус 3, 9. Так, давай здесь. У нас гордый батальон мифритов, значит, ведет все это в бой Оверлорд. У него боевая коса, трейд мифритский, мерсилис тирант, плюс 1 сила, плюс 1 атака, сфера воскрешения и артефакт вуаль. Второй – это обычный лорд с посохом света и реликовой сферой воскрешения. Его трейд, 5 ФНП и игнор комбат атришена в 6 дюймах. Техномансер на плаще с посохом, без артефактов, без всего. У него аркана выбирает юнит 12 от себя, юнит противника, по нему и вешает на него минус 2 хит. Ну, то есть он стреляет хуже. Угу. Вот. 4 выбора трупсы, 2 по 10 имморталов с гауссами, 20 воинов с короткими дробовиками гаусс-риперами, 15 имморталов воинов с гаусс-флеерами. В элите находятся 2 гордых реаниматора, значит, 10 дизмарок, которых проксят там 5 воинов, 4. Кстати, там надо одного добавить. Ну, короче, 10 дизмарок, в хэви-саппорте 2 дум-сдэй-арки и во флайерах 1 дум-коса. Будет пытаться убивать. А коса она перевозит или стреляет? Она стреляет. Все, это получается все у нас? У меня 10 команд-поинтов. 10 команд-поинтов, окей. Получается, вернемся после остановки и всей вот этой, в общем, штуки. Так, получается, расставились, тут, соответственно, вот такая линия Квайула Смерти, тут все спрятались за лосблок, там байки, молоточки и еще кто-то, тут в креаторы встали, тут тоже за ковер. Компании ветераны везде рассосали, чтобы делать скрамблеры, сервиторы в резерве. А, собственно, тут думсдейки тоже чуть попрятались, а реаниматоры чуть попрятались за лосблоки, и вот там стоит Сильвер Тайт шарингой, в общем-то. И в резерве коса, и дезмарки. Вот, соответственно, вражный бросок на первый ход. 6-7 получается. И вторички забыли сказать. Соответственно, у меня вторички это четверти, вот это Октариус Дата и что там еще? Я говорил, Марская на Wolf of Moment у Влада. У меня некронские античетверти, поднятие флагов и Гринзом Даун. Вернемся после половинки первого хода. Порядочные действия Каюла Смерти. Здесь поставили вот эти октариусы, неважно что. Соответственно, ребята тут минойно помывались, ребята тут поадвансили, тут стоят, в общем, стрельба не очень успешная. Сняли 3 вунды, получается. Да, 3 вунды и 4 имморталы. Да, и 4 имморталы. Сейчас будет 8-й чардж, потому что капеллан скастил летание. Итак, 8-й чардж. Глаза императора. Айл за КП. За императора. Поиграли. Ну, все получается. Мой ход закончился. Я... Да, все нормально. По результатам фаз движения и стрельбы некромантеры, соответственно, убили отряд с молотками. Да?
Короче, не закладывайтесь, парни, на седьмой чардж, это плохая идея. А капеллан двух, дредноуты чуть просели, но остались живые, байки остались живые. В общем, вот этот отряд снесли здесь, точку не будут держать. Ну и вот так, в общем, седьмой тайтл расползается. Сейчас чаржи куда-то будут? Возможно. Нет, не буду чаржи, все, мой ход заканчивается. Ага, твой ход заканчивается. Так, ты что-нибудь делаешь? Я получаю за гнизом даун, получается, три. Угу. Дам. Так, я получаю баннер, это на следующий ход? На следующий ход, по-моему. И античетверти... На четверти ты мне сбил пацанов? Нет, начинается с второго хода это все. А. Поэтому пока что три выполняю. А, ну, в общем, я по результатам своего... А, кстати, четверти они считаются в конце моего хода? Сейчас посмотрим. Короче, тут вопрос, получил ли я 2 очка за то, что у меня вот в конце моей мунфазы здесь вывалились, пацаны. Ты свою марску вторичку почитай просто? Нет, это именно четверть. Марску-то я сделал, потому что я в таюха центра не фоллбэкал, затаю мне. Ты в двух четвертях находишься, поэтому нет, ты получил. Ага, она именно в конце батл-раунда или хода. Вот что важно. Сейчас, короче, проверим, вернемся после этого. Прошел мой, проходит мой второй ход. Со стрельбой мы пока там приседают чуть-чуть дедарки, чуть-чуть умирают имморталы. Но пока такая стрельба вяленькая, я просто, считайте, делаю миссию, и то не очень хорошо. Получается, байки вот тут, сейчас будут чарджить тех имморталов. Влад хочет пострелять овервотч, как-то страшно. Угу, вернемся после чарджа. Так, по результатам чардж-фазы байки тут не убили, ничего не сделали, ну как бы ладно. Капеллан убил лорда, умер сам, там типа я забыл про перехват, Влад забыл про онлайн деф, собственно. А, ну и все, кстати, да, тут еще пара иммортелов убежала на бедачке. Здесь помер байк. Да, в общем, нормально, живем, это какой ход сейчас будет, третий? Сейчас будет, нет, мой второй. Твой второй, да, все вот так же. Так, по результатам стрельбы на втором ходу Никарон, в общем, самое главное, 2 дредноута сняли. Что там еще произошло? А больше ничего не произошло, да? Убили маринчика здесь. А, убили одного маринчика тут. И 4 сервитора. И 4 сервитора, да, там пали в неравной борьбе с Doomsday Аркой. Собственно, нормальненько, так чуть-чуть живем. Сейчас будет ХТХ и все такое прочее. С первого хода тут в ХТХ никто никого не убил, но Никарону и отжали точку. Собственно, по виктори-поинтам, да, и умер байк там, соответственно, его зарубал лорд в честном ХТХ. Из виктори-поинтов я получил H4 за Марску, у меня итого сейчас получается их, сколько, 7 плюс 2 плюс 10, 17, да? Mm-hmm. Не, 7 плюс 2 это 9, 19, вот. А у тебя? У меня 22 на конец моего хода второго. Uh-huh. Окей, хорошо. В общем, посмотрим, смогу ли я отбиться на следующем ходу. Итак, по результатам шутинг-фазы, да, убит воин и думсдейка. В общем, дредноут чуть-чуть облажался, зато вот тут чувак с меслы, в общем, молочинка такой чпоньк и завалил. Сейчас, соответственно, будут чаржи, попытаемся сбить некоронов с точки и, в общем, продолжить жить. Скрамблеры сделаны вот здесь. В общем, 8 очков в кармане, надеюсь, вытяну на 12. Живем, да. Так, по результатам файт-фазы тут мы сбили, ну точнее у нас сейчас ничья на точке, тут ветераны в чарджи не дошли, там дредноут отчаянно тоже не добежал до реаниматора, хотя старался. В общем, движемся дальше. Конечно, сильвертайт продолжает надвигаться, воины и вот эта штука, в общем, застрелили дредноута, капитана тоже общими усилиями и морталов воинов тоже, в общем, завундили, убили. В общем, сейчас будут чарджи, кто кого будет чаржить? Овер сюда пытается далеко кинуть. Окей, там еще минус 2 за аккуратор будет. А вдруг? Нет. Не, не вдруг. Не вдруг. Воины туда. Логично, то же самое. Три, по-моему, им не хватает. Не хватает. Так, три? В дюймике будут, да. Ну так. Очень минорно, но наползают. Ну так, плюс типа эту точечку. Чтобы быть. Точечку, да. Ну и все, чужие больше нет. Все, сейчас вернемся после файт-фазы. В общем, прошел третий ход. Тут ветераны в ответ задудосили двух воинов. Или трех? Двух воинов задудосили. Собственно, по очкам я еще 4 получил за Off of Moment и больше пока ничего. А ты, у тебя там какой-то 52, да? 52 у меня. В общем, чуть поменьше. В общем, посмотрим, что я смогу сделать на четвертом ходу. В общем, есть шансы всегда. Да, да. Там шутинг-фаза, ребята здесь помнили, что у них есть флеймеры, подожгли и сожгли 6 воинов, ребята попробовали убить Кайптека, но неудачно. Здесь, собственно, в реаниматоре стреляли тоже неудачно. Самое главное достижение, Тихмай побежал туда и сделал Октариус Дата, в общем, 12 очков в кармане. Сейчас главное держаться и не фоллбекаться, чтобы получать очки. Да.
Fight Fuzzy тут убили трех воинов, да? Двух? Трех уже там. Двух воинов. Двух воинов убили, хорошо. Я не помню воинов, они уже не считаются. Зато тут Никаруна убежали на ледаке. Там, три, да, убежал на ледаке Никаруна. Все, как бы. И Никаруны знают стоят. Здесь погибло два ветерана. Здесь погибло два ветерана, да, в четвертом ХТХ. В общем, это... Сейчас будет четвертый ход Влада, да? Да. Мой четвертый ход. Честь. Ты у меня хороший, ты молодец. В общем, Дедайк стреляет в Терминатора, который убил его союзника. Кидает один выстрел, промахивается, за КП ролит и один тулунт, в общем. Тяжело. Но Терминатор честно живет. Да, поэтому в него стреляют вот это говно всего-то. Все, посмотрим, сможет ли честно Терминатор пережить себе больше атак. Собственно, в стрельбу забили Техмарина, но Техмарин сделал то, что должен был, поэтому все нормально. А тут убили отряд с инферниками, логично. Чувака, в общем, с Меслой застрелила Дум Коса. Печально, но что поделать. Собственно, сейчас будет последний ход. Так, я получаю две четверти. Это 74. Дам. И Гринзом Даун 77. Я получил один за то, что не фоллбэкал. Гринзом Даун кап. Хорошо. В общем, ребята здесь пытались добежать до центра, чтобы получить, возможно, всего и 2 очка за майорскую встречу, хотя они бы вряд ли бы получили, потому что их бы эти убили чувачки. Но, тем не менее, тут убили воина. В целом, очков у меня 40 за первичку. Я проигрываю, скорее всего, по очкам. Отдаю ход Владу. Все, последний. Так, ну, получаю команд поинт. Тут пришла стрельба, в целом не особо важная, потому что по очкам все понятно. Тут убили пятерку ветеранов, тут убили одного, там добили трех. А сейчас будет Glorious Charge Файруна, последнего оставшегося компании ветерана. 11, Glorious дошел. Давай, не знаю, может сделать традиции бомжа-репорта, последнюю файт-фазу заснимываем полностью. 5 атака, 2 плюс, один раз мажет, 2 плюс 8 силой. Один мажет, три, ну, четвертый АП. Четвертый АП. Да. К сожалению, он пал. Файрон одержал победу. Да, в общем, довольно. Так, давай тогда посчитаемся по очкам. Так, ну у меня кап 90. Угу. А у меня было, соответственно, в этом ходу я получил дополнительный... А, не, не получил. Я не фуллбэкал ни одним юнитом, поэтому у меня один за вот эту штуку. Итого у меня получается 6 четверти. 12 скрамблеры, 13 вот эта штука майорская и 40 вторичка. Ну, это, по-моему, явно меньше, чем 90. Да. Да, но для ради интереса сейчас посчитаю. Так, 12 плюс 12, 24. 30, 31. 74. 74 и 90. Ну, в целом, неплохой счет. Благодарю за игру, Владислав. Да. В общем, было интересно, да? Как же здорово играть без примарисов. А, да. Ну, у меня только персонажи, по сути. В общем, что можно сказать в итоге, я не знаю, можно ли было мне своим смешным аюстерем из партии вытянуть. Наверное, можно было, но, конечно, тут был ключевой момент, это заваленный чардж вот здесь. На самом деле, не особо. Ну, я бы тебе мог убить отряд, я думаю. Отряд? 20 воинов? Ну, не, иммортелов чуть-чуть. Так иммортелы здесь были. А, там были вот эти чуваки там же стояли. Нет, эти здесь стояли. Ну, все равно они, типа, ветеран были здесь, они бы там добежали всего. Ну, не суть важно, короче. Я бы что-нибудь ими сделал, я думаю. Так или иначе. Они просто были бы дальше, я бы еще четверть сделал на дополнительные очки. Вот. Так что, ну, короче, нормально. Весело. Мифейты круто. Да, мифейты круто. В общем, итак, это был канал Handful of Boys. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там все дела. Пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Влад довольный.